бассейне проходит традиционный всеукраинский турнир по плаванию на Кубок публичного акционерного общества «Укртатнафта», где принимают участие приблизительно 230 участников, спортсменов, вернее, с разных регионов и городов. Харьков, Днепр, Кропивянск. Расширенная география наших соревнований, скажем так. Детки принимают участие уже не первый раз некоторые. Значит, в возрасте 2005 год рождения, 2006-2007 года рождения и младше. Соревнования проходят 2 дня. В программе соревнований все дистанции, полтинники, сотни, всеми способами. Как дельфином, спиной, брасом и кролем. Также эстафеты 4 по 50 вольной стиле, 4 по 50 комбинированная эстафета.